Ну что, мы опять в претарианцах, и нас опять двое. Да-да, и мы сейчас собираемся сделать невозможное. Тогда мы вдвоем противостояли двум противникам, сейчас мы вдвоем будем противостоять трем противникам. Но изменилось не только это, изменилась карта, и это карта Ураган. Это много войск, примерно в 2,5 раза количество противников, число противников будет превышать нас, число их войск. И нам придется выдержать для начала этот удар и потом переломить хребет врагу, пойти уничтожать то, что осталось на его территории. Во всяком случае, так я вижу, что будет. Да, не знаем, что получится, как оно все будет. Но мы надеемся, все будет окей. На их стороне варвары и египтяне. Ну, мы так называем, у нас по старым добрым временам название египтяне. В общем-то, все готово. Поехали, друзья, да? Запускай шарманку. Шарманчик. Так, как в шутере, все должно быть максимально быстро. Абсолютно, абсолютно, да. Так, стройка. Тебя тоже напугала эта надпись странная? Да-да, что-то она непонятно что. Так, да. За мной центральное селение и... Этого в разведку сразу чудика запускаем. Пускай побегает где-то. Постарается. Так, центральное я... Твое центральное, то я понял. Так, эти сюда. Этих сюда. Этих сюда. Эти достраивают пока. Хорошо. Этих можно... А, всего лишь один что-то раз повысить. Что-то у меня не быстро получилось, но вроде получилось. Да пофиг. Главное, что получалось. Так, твои уже бегут. Я вижу разведчик там впереди. Эти у меня тоже подходят. Давайте, стройте быстренько. Чудики. Парни начали работу. Тут парни только переформировались. Начинают работу над эти постройкой. Эти заканчивают постройку. Тут 82 уже. Хорошо. У меня 89. Я в чем-то успел тебя обогнать. Ах ты, собака. Сейчас 95. Отлично. 98, 99. Все готово, наконец-то. Так, пошло. Значит, этих. Сначала докторов. Этих. И всех на поле. Всех на поля. Создан новый отряд. Так, тут у меня постройка только. Надо построить еще третье селение. Ух ты! Такого непредвиденного никто не ожидал. Во-во-во-во! Постройка не доделана, а... Так. Ой. Ай. Так, сейчас я тебе на помощь пошлю. Кого-то. Кого-то. Кто сможет. Ого! Как меня словили на свой строй, как у них это получается, непонятно, но я потерял 2 отряда. Это жесть. Сейчас я буду посылать тебе помощь, конечно же. Ну, правда, я не знаю, чем она тебе поможет, но, блин, буду посылать. Ладно, переживем. Забудь то селение пока. Пока забудь, делай другое. Сейчас мы его реабилитируем. Ты там войска копи пока что. Ого, да ты с агрессивными оказался близко. Сволочи. Ничего страшного, такое тоже бывает. Ну что там с войсками? Где вообще войска? Почему их не образуется? Я не понял. Создан новый отряд. Эти готовы вообще? Что тут происходит? Постройка завершена. Ну что там? Выходит все? Что там? Да, вот пытаюсь противостоять врагу, который не дает мне ни малейшей форы. Нет, дал. Отлично. Так, я на твою помощь, если что, пошлю. Вернее, тебе на помощь пошлю кого-то. Они воспользовались. Новый отряд. Воспользовались этим преимуществом, да? Они воспользовались тем, что я почти построил поселение и достроили его за меня. Это ай, просто гады. Жесть. И начинают теперь тебя кошмарить, тебе там пришли. Да, но у меня тут есть чем ответить. Сейчас я тоже помощь приведу. Давайте, братцы. Постройка завершена. На вас вся надежда. Вот это вот египтяне. Новый отряд.
Пока что мне удается достаточно успешно отражать атаку. Ого. И собирать армию. Сейчас я сюда помощь пришлю. Так, построить здесь надо. Постройка это завершена. Это сюда. Войска добавляются. Хорошо, легионеров сюда. Чувачков этих сюда. Ребят, давайте шевелите поршнями. Так, моих тебе там на помощь пришли чуть-чуть. Я думаю, они способны тебе чуть-чуть подсобить лучниками. Хорошо, отлично. Убирай оттуда лучников, потому что, увы, это то место, откуда эти гады приходят. Ты справляешься, да? Да. Обидно хорошо. Только одно, что это отряды из поселения, которые я построил. Ничего, у меня потихоньку армия копится. Нет, пока не пойдем. Пока только заманим. Все выходит. Так, своих я сажу уже в башню. Ой-ой-ой. Сволочи, напали на меня эти самые. К сожалению, мне кажется, еще и с доктором пришли. Да, завалят моих этих самых. Мою пехоту. Увы, ах. Но завалят. Однозначно здесь строится, здесь... Ого! Вот это войско! Ой-ой-ой! Тут как тебе там серьезно? Да не шли на них легионеров, ты там сопротивляешь. Ой-ой-ой! Так, и меня тут начинают потихонечку давить. Ух, они поддавили, конечно. Так, я понял, все. Этих пока сюда это надо. Слабые войска, я могу вернуть свое. Так, я с одной стороны буду копить, ребята, а с другой стороны буду стараться продвигаться дальше. Получается достаточно неплохо. Может, помощь прислать? Нет, 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 не присылай. Давай-ка я, наверное, пришлю. Я пока что не понес потерь, кроме вспомогательной пехоты. О-о-о. В этом мой плюс. Я себе помощь буду присылать, пожалуй. Да, сейчас тебя ждут серьезнейшие испытания. Так, ну ты давай там работай, потом направление. Уф, как жаль. Невозможно создать новый отряд. Так, ну хорошо, давите этих тварей. Создан новый отряд. Это, конечно, не совсем тактически верный ход, но... Все-таки лучше, чем ничего. Ого, они решительно так настроились. Покромсать. Нет, 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 нет. Назад, назад, назад. Да, правильно, да. Хорошо. Так, этих, если сейчас лучники появятся, то мне лучше... Блин. А тут и доктора, и что хочешь. Вообще тут такое происходит. И они валят своими гребаными катапультами. Да. Ну, сюда, 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 лучников. Попробую зайти им в спину своими двумя легионами. Хорошо, что они лупят пока о, что. Слушай, у меня же там еще подкрепление есть. Неужели мне не удастся справиться с этой долбанной кавалерией? А-а-а! Ладно, потери тоже бывают. Так, ты там что, успеваешь? Что там происходит вообще у тебя? Успеваю к тебе на помощь. О, ты мне еще это самое помогаешь. Спасибо, ну, да. Тебе, конечно. Ну, отлично, значит, мы объединенными силами валим этих тварей. И давай объединенными силами так и дальше двигаться. Так, претарианцы заказаны, легионеры заказаны. Это одна армия, есть. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, какая там гадость. Как они действуют быстро. Так, а с той стороны что происходит? С той стороны они никак не ого. Реагируют. Так, кажется, эти два легиона мы их блин, разбили. Блин, как они хитро действуют, ты посмотри.
Да-да. И лучников сожгли моих. Ай, они. Я отвожу. Так, я свои легионы... Отводи, отводи, отводи. Потому что там с одной стороны двигаются. Ах, какие гады. Нет, нет, нет. Ну, блин, ну они такие гады. Они так этим пользуются, поджиганием. Нет, нет, нет. Отводимся, отводим. Я в шоке. Вот это гады. Еще и своими бесконечными вот этими катапультами, баллистами они пользуются. Нет! У меня, блин, почти все сгорают в этом огне. Как же я ненавижу эти поля. Это просто ужас. Ужас то, что происходит. Нет. Так, я вижу, тебя прессуют тут буквально со всех сторон. Ой-ой-ой. Короче, все, я понял. Так, а у тебя хоть что-то там выходит? Да. И достаточно неплохо. Я попробую отвлечь на себя их силы. Давай я отвлекаю, а ты занимайся прогрессом всех условий. Атакуй, атакуй. Они гады лучников понасоздавали. Вождями слепят, лучниками убивают. Блин, вождями так слепят. Ну ты посмотри, я не могу вообще увидеть, куда бежать. Сволочи со своими лучниками грёбаными. Вот это они хорошо работают вообще. Ой-ой-ой, а здесь такое. Пока, если можешь, старайся не... Хо-хо-хо-хо. Это просто какой-то мрак, то, что творится. У меня уже и отряды закончились. Себе. Блин, а здесь что происходит? Ё-моё. Так, ты там работай, работай, работай над ними. Не отвлекайся, хорошо? Работаю. Насколько это возможно. Эх-эх-эх-эх-эх. Я пытаюсь отвлекать его этими самыми... этих гадов отвлекать какими-то способами. Конечно, не сильно это все получается. У них тут этих баллист они понапритаскивали. О, они не разрушили еще, все нормально. Так, кавалерию надо заказывать хотя бы себе. Одно селение они же разрушили. Да что, задавили? Дружище! Нет. Тебя задавили, да. О, да, все, нас задавили. Реально. Да, да. Почему? Все. Почему? Не знаю, не спрашивай, все. У меня просто войска много. Все, нас задавили. Нас задавили, колесницы уже у них пошли. Сволочи. Блин. Вот так-то, малыш. Малищ, вот так-то, братюня. Жесть. Задавили нас однозначно. Ну что, склоняешься перед мощью, ребяток? Ну, давай дадим им возможность разрушить нас окончательно. Или, во всяком случае, попробуем... Ну давай подумаем, вот мы сейчас хорошо постараемся реабилитироваться. Как мы это можем сделать вот реально в этой ситуации? Ну, наша задача сейчас это уничтожить максимум вражеских войск и при этом строй башни. Сейчас? Сейчас это уже не имеет смысла. У меня уже нет никаких потенциала. Все. Я говорю на следующую игру. Сейчас у меня все. Ну, во-первых, конечно. Большую роль сыграло то, что египтяне буквально урезали мои войска в полтора раза тем, что просто истребили мою вспомогательную пехоту. Согласен. Во-вторых,
Я потерял почти все свое войско, потерял в сражениях в этом самом. Во ржи, пшенице. Полностью практически их уничтожали там беспощадно буквально. Вырезали, как я не знаю. Деревня наших союзников. Как ягняток. Рожь — плохое место. Однозначно. Ужаснейшее место. Лучше туда не лезть. Сожгут сразу же. Поэтому я вот эту вот центральную, понимаешь ли, не знаю, вот центральное наступление, мне кажется, не сильно удачное. Нам нужно закрепиться рядом башен, сдержать первое нападение. В центре, да? В центре, да. Хорошо, смотри, тогда ты берешь для себя вот это вот селение твое родное, среднее, и вот это третье, которое, вернее, твое родное в первую очередь, потом вот это, которое возле моего посередине, ну, посередине, которое возле этого круга, возле этого озерца. Сразу же туда посылаешь войска отстраиваться, потому что я туда сразу послал, понимаешь? То есть вот эти две средних деревни мы берем, сразу строим там башни, сразу пытаемся защититься. И нам важно защищаться с верхов тоже. То есть не допускать, чтобы они в рожу эту вошли. Ну а не допускать как? Башни там тоже построить возле. И разделить войска до минимума, чтобы они там отвлекающим маневром были. Единственное, я тебя поправлю, нам нужно строить башни так, чтобы огонь баллист, да, это уже фейл, это уже проигрыш, чтобы огонь баллист, да, тут все чтобы ясно. Они безнаказанно не палили, в общем, баллисты по нашим башням. По вот этим башням возле центрального поселения, и как это сделать? Я, честно говоря, способов особо не вижу. Без кавалерии мы с баллистами никак не разберемся. Грубо говоря, если мы два вот этих поселения в центре, если мы соорудим тут каскад башен, допустим, 5 башен, ну? Во ржи вверху у нас будут стоять легионы, которые будут выходить, когда враги будут подходить. И вверху вот тут тоже надо башни сооружать, понимаешь? Да, чтобы они тоже через это не контратаковали. Правда, они могут не по центру пойти, но то уже такое. Легионы будут выходить, закидывать пилумами по возможности атакующих и обратно на отдых, так сказать. Блин, ну баллисты, ну реально, они очень сильно баллисты валят нас. Для этого придется отвлекающие... То есть как получается их тактика? Их тактика заключается в том, что прут войска и баллисты. Баллисты начинают стрелять, войска уходят вперед. Баллисты стреляют сквозь свои же войска, то есть сквозь врагов. Для нас это, в общем-то, хорошо. Но как только войска завязались с нашими башнями, мы хотя бы два отряда легионеров обходят и уничтожают их вражеские машины, насколько это возможно. В идеале на такой случай лучше иметь кавалерию. Я понял. Ну хорошо, попытаемся так и сделать. Ну блин, ну кавалерию... Подожди, кавалерия, для кавалерии нужны очки уже, правильно? Вроде да. Ясно. Ну, в принципе, понятно. В общем-то, все эти дела. Тебя уже убили, я вижу, да? Софитори уже. Я чуть дольше продержался. Ой-ой-ой-ой. Да, жестко, конечно. Они просто очень много селений заняли, реально. У них бесконечный поток войска пошел. Сейчас важно посмотреть на статистику. Сколько мы успели истребить, сколько они успели создать. Так как по предположению, это должно было быть 3500 с их стороны и 1500 с нас. Ну, мне кажется, что на статистику лучше, честно говоря, не смотреть. Ну вот, вот, смотри, вот, хорошо. Воинов нанято 356. Вот этот вот лиловый или какой он, у него нанято 432. Подожди, а как это вот так получилось, что у нас даже больше воинов нанято, чем у них? Я вообще нанял 636, успел воинов нанять. Ну, это из-за того, что твое селение. Грубо говоря, они истребили нас малым числом. 1000 с нашей стороны против 1000 с их стороны. Мне кажется, ты знаешь, это какой-то, ну, не знаю, это какая-то ошибка. Они наняли, ну, я не знаю. Возможно, ошибка.
Понятно. А что значит сохранить сражение? Статистику. Или, возможно, записанное сражение. Без разницы. Ну, не знаю, сохраню его на всякий случай. Сохранил я сражение. Все, я выхожу в меню, короче, у нас опять подключаемся, мы сетевая игра. Да, это небольшой...